пожалуйста, да? Ребят, наше впечатление. Очень клево, все. Здорово. Да. Ой, было жутко. Я вспотел, у меня спадают очки, постоянно приходилось их поправлять. А что касается, в принципе, ну, мне вот понравилось. Очень хорошо. Замечательно. Скажи, ребят, вот он весь. Ребят, ваше впечатление? Очень круто. Правда? Да. Что самое такое крутое было? Звук. Очень хорошо гулял звук. Мы не ожидали такого аншлага. Не ожидали столько людей увидеть. Но это было очень приятно. Очень хорошо играть было. Звук был лучше, чем в прошлый раз. Мне так кажется. Ваше впечатление, ваше впечатление. Да все отлично. Что больше всего? Что больше всего понравилось? Что больше всего понравилось? Все очень понравилось. Коля, пока сет играл, мы с Женей сидим. Вот сейчас огромное количество народу. Вот сейчас главное не затупить. Главное хорошо сыграть. Когда уже зал собран, самое главное. Выходишь и все забываешь. Да. Что ты там кому-то обещал? Кого не затупить? Очень клево, действительно. Впечатление. Очень понравилось, прям особенно видеоряд. Да. Да. Презентация обалденная. Театр очень уютный. Я тут пятый раз. Вот помните? Как ужас какой. Вот. Всегда, всегда очень тепло, всегда очень уютно и действительно играть хочется. Очень рада была видеть любимого друга, мне понравилось. Маленькое пожелание. Если мы хотели бы делать в следующий раз сет, ну, концерт в Ханаме, то белый зал, а не черный зал, чтобы люди могли стоять, и если, чтобы могли бы люди более могли там, не знаю, там, посылаться и так далее. Более интерактива добавить. Весьма. Отлично, мне понравилось. Что вы? По-моему, отличный видеоряд, и музыка довольно приятная. Ну, не показалось, что она новая? Не ожидаешь себя? Это шугейс, понимаете? Так должно быть. Наоборот, такая музыка очень востребована. Пост-рок, инди-троника и так далее. Это допустим, все очень... Просто Дальний Восток, он немного так изолирован и географически. И... Это же не значит, что нельзя этим заниматься, ну, да, и сейчас людям дарить эту музыку. А интернет дает большие возможности. Вот это все можно выкладывать спокойно, чтобы тебя если видели. Если бы она не была востребована, у нас бы не было сегодня такого аншлага. Впечатления очень много, масса, очень здорово, да. Мне кажется, Комсомольск у нас не привык к таким мероприятиям еще. Но, мне кажется, привык еще. Хочется еще и еще, наверное, да. Как находится. Было супер, вы первый раз вообще, наверное, да? Вообще, да. Спасибо вам большое. Красивые лица в Комсомольске. Скажите, последний вопрос. Покидать город? Ну, пока на время учебы нет. Пока все учимся, да примерно в одном и том же синхроне. Вот. У тебя сегодня день рождения? Да, у меня день рождения. Расскажи вот свои впечатления об этом. Ну, мне очень понравилось. Я ехала, я не думала, что будет так круто. Но очень понравилось. Спешить некуда. Спешить некуда. И, если честно, сейчас уезжать, в принципе, смысла нет никакого. Потому что везде, вот, на самом деле, таких куча. Просто пропорции. Все зависит от пропорций. Просто у нас, как бы, мы там еще две группы уже там на город, там, ну, скажем так, достаточно. Где-то в другом месте их, ну, гораздо больше. Другой порядок. Но на фоне всего, как бы, это тоже теряется, смешивается. Сначала, вот, наверное, стоит уровень подкачать, а потом уже ехать куда-то. Я была здесь на первом концерте, и вот этот последний. Я не ожидала такого, такой смены обстановки, смены его окружения. Он вписался очень гармонично. Эта атмосферная электроника, она создана для него просто. Да, я думаю, что он супер. Можно расти всегда. Что он супер, он супер. Растете так, просто сумасшедше. Успехов в Берлине. Мне понравилось. Ребята играли вот так вот. Очень нравилось слушать их. Вот.